Привет всем, я в Мурманске проездом. Решил прогуляться, посмотреть город. Ну, сейчас я двигаюсь в сторону ледокола Ленина. Он закрыт, но просто посмотреть, что это за памятник эпохи советского социализма. Сейчас нахожусь на вокзале и время без 15:11. Смотрите, где солнце стоит. Так светло. Вокзал. Со стороны, где приходят поезда. И здесь вот кажется, небольшой тоже памятник исторический, паровоз. Я в Мурманске уже 3 или 4 раза проездил, но как-то не видел его. Вот, сейчас обратил внимание. Мне объяснили, что ледокол находится там, за большим зданием. Ну, схожу, посмотрю и вдалеке, если видно. Там стоит памятник воину Великой Отечественной войны. Алёша, по-моему. Ну, до туда я не дойду, это точно. Кстати, стоял, снимал вид. Вот с этой повыше переходного перехода парень снизу подошел, сказал, что типа спросил, я не попадаю в кадр или нет. Не хотелось бы быть в чем-то в чужом архиве и говорит, снимать вообще запрещено людей только с разрешения прокурора. Передо мной начал бой синий делать, видимо, боксер какой-то, для чего непонятно. В общем, вот такие кадры здесь попадаются. Дошел до этого ледокола Ленина. Впечатляет. Такой здоровый.